Теперь подмосковные пассажиры могут пожаловаться на невыдачу билета в общественном транспорте через портал «Добродел». Туда же можно сообщить, если вам отказали в приеме карты «Стрелка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На сайте «Добродела» в разделе «Транспорт» открыты две новые рубрики. Они позволяют оставить жалобу на невыдачу билета при оплате проезда за наличный расчет и отказ в приеме карты «Стрелка». Новые возможности доступны всем пользователям, зарегистрированным на интернет-портале «Добродел» либо на сайте госуслуг. Власти рассчитывают, что это нововведение жители региона оценят по достоинству. Ведь это еще один инструмент в борьбе за качество пассажирских перевозок. Необходимо отметить, что раздел «Транспорт» портала «Добродел» позволяет направить обращение по вопросам, связанным с нарушением графика движения общественного транспорта, состоянием остановочных пунктов, либо отсутствием расписания на них, а также нарушением правил перевозок пассажиров, некорректным поведением водителей. С начала года подмосковные жители направили в раздел «Транспорт» почти 4000 обращений. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.